Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на новом Валоре. Героя очень люто апнули в патче. Также у меня давнешняя мечта сыграть на Валоре с Вастропирой. Ну, не с первым слотом, разумеется. А там слотом третьим, минутки в 30-й. И здесь как раз припик. Насколько это возможно. Так что, думаю, смогу сыграть. Играю также не один, играю в патче с Ваней. С Good in Life. Основу вы его можете оттуда знать. И мид против Шторм Спирита не самый приятный из мидов, но, как видите, есть против Шторм Спирита применение. Плюс ММР невысокие. Так что, побазарим с ним, пообщаемся. Так, буду брать негрейженные стики. Короче, он сейчас выглядит иначе, чем обычно. Так что возьму просто фейзы себе пораньше. Хотя короче, на Валоре может сработать. Ну, посмотрим, подумаем. Пока что спешить с решениями некуда. А, он с ФБшки? Он с ФБшки. Ваня ФБшкой накормил шторма, чтобы я тут не расслаблялся, видимо. Тут решил скинуть кнопки, чтобы крипов добить гарантированно. Нормальная история, конечно, когда Шторм Спирит мертвый. Уже ботл юзает. И погнали за руной. Стик беру себе, хотя давайте сразу грейд плевать. Он мне очень быстро зарядит. Макшины и стики. Вот по поводу апа. Огненный след 4 секунды длится. Нереально крутой фарм-инструмент. Нереально круто линии отпушивать. В лесу дает нереально много. То есть сейчас, если ты нажрался на Валоре, то спокойно по фарму камбэкаешь. Очень быстро, очень легко. Хуй знает, где фура, пацаны. Так, здесь-ка я вот так вот сделаю. Это матюки пошли. Хорошо. На шторме очень любят пацаны в контакт заходить. Последствия очень не любят. Но раз за разом заходят. Я так разговариваю, как будто там какой-то есть коллективный шторм спирит. Хорошо. Бутсы, капелька. И получил левел 5. Попробую по нему еще разочек проехаться. Про крит я знал, но хотел юзануть как можно позже. О, два стика. Изи. Эту залку можно позже, чтобы линию в свою сторону утянуть. Мне тут до рун в идеале бы отъезд с тангусами. Если он вдруг захочет на рунах сдохнуть. Плюс мне под пятый нужны крипы как можно ближе к своему тавру. Так, и готов, в принципе, ему прикуличку отправлять. Сдохну все-таки, да? Да, сдохну. Плохо, надо было эскейпиться вторым, а не в него кидаться. Опа, он хочет издать первый. А я вот так-то ему сделаю, чтобы он как можно дольше на руну не шел. И кажется, он на этот байт поведется. Да, повелся в самом деле. Мы полетели в мид. Сразу же ему сейчас снаружи сядем. Делаю вид, что мне плевать. На самом деле мне не плевать совсем. Ой, блядь. Лучше мне было плевать. И маны даже особо не потратил. Если нужна ульта, у меня есть. Нормально, нормально.
Патч в Доте, патч во Fresh Woman, патч у эпиков. У них есть новая линейка, охуенная линейка. Просто секс от мира Дота шмоток. Аркана на скелетон Кинга может выпасть всего за косарь. Папич, возвращайся в Доту. А еще, если очень хочется купить игр для взрослых холостых мужиков, то во Fresh Woman, как я уже сказал, вышел новый патч, а у эпиков можно пополнить баланс Стима. Ну а куда же без зимнего боевого пропуска, который по моей ссылке выдается не за 300 рублей, а совершенно бесплатно. И еще я выдам промокод на бонусную попытку в бесплатной мини-игре. Проводишь кунку до лута, продаешь лут, покупаешь Fresh Woman. Промо в закрепе, а с ним же ссылка. Удачи! Стики зарядишь? Как ты любишь? Ого, в меня. Так, Регена Тавра слетел. Потрясающе. Загляделся я на топ. Такая беда. Топ. Давай на топ пешочком подойду тоже. Забираешь? Да, да, чуть позже. Он без бутсов на аксе. Сожрем его. Нападай, обода, он ее прилечу с ульта. Вот 4 секунды. Раньше пришлось бы ПТ-чки каждому давать. Давай нападать будем. Ты уверен, что мы убьем? Нет, не уверен. Но в той ситуации Фурион охуевший был. Поэтому я понял, сейчас со штормом уже дерусь. Подожди, ты ешь с Ютуба, чувак? Да. Здорово, я твои видосы смотрю. Здорово. Рад, что ты смотришь. Ульта, бот. Я в мизе пиздился. Го-го-го. А я думал, хочешь у тебя конца? Видос там с 6000 ММР. Разных бывает. Мы с нас 4. С 6000 месяца 2 не было вообще ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Иду. Умрешь за это. Ой, фокусник. Убери это от меня. Убери. Спасибо. Аки погнали домой. Кура летит. Надо вот так вот взять. Очень не хватает соло-ринга. Потом уже дизоль возьму. Дизоль, блин, шарт. Такой план. Пять фанатки у тебя в команде. Угу. Крит не заряженный. Это большая беда. Мне пришлось бы столько времени тратить, если бы крит был заряжен. Ноль маны. Опа, он что-то в край охренел. О-о-о. Все-таки собрал я это говно. Лицом. У меня ульта есть. Ну давай. А я как обычно смотрю тебя захватываю.
Если руна хорошая, то я развернусь и хосту жду на базе. Ухожу. Хоста на топе, я сейчас ультану к вам. Ультану? Спасибо. Ритуля заряженная. Я доем. Возвращайся. Че, думал, молоток тебя не заденет? Я запрещаю тебе так думать. А, чутка не подспел с... Третьим забрал. Хорош. Спасибо, Абадон. Че, транквилы? Транквилы, да. Билл, я сказал. Какая разница? Хоть транквилы кому не похуй. Очень хочу с талантом на дэмэдж поиграть. Сперва, конечно, надо дамагсить это добром. Кэшбэк за Акса. И доедаем тавр. Опять же Рики Кири, но будем хоть трижды Кири. Моя линия и мой темп, который мне ни в коем случае нельзя терять. Хватило, кстати, 4 секунд новых. Лэнсов персьют возьму. Валоры очень часто спину крутят. Качаемся тогда. На древних надо переезжать постепенно, по-хорошему. Доедаю вот этот лесок. Нет, надо было сразу на... Ошибка. Надо было сразу выходить на линию и переходить на древних. У меня древних в команде никто не бьет. Тайминг дизеля пушка. Тайминг остальных предметов, надеюсь, будет таким же хорошим. А чё молчите? Не боимся. Блять, он реально влетел? Вообще тормозов нет, нахуй. БМа сильно не хватает. Я бы остался в файте, если бы БМ был. Дал тебе маны. Братан, не продавай меня. Ёбни Сларка. Вот тут фейзы капец зарешали. Угу. Может, Рома мана не так много, как ему хотелось бы. Я пошел руну смотреть. Заправлю ман. Ботл, ботл, ботл. Я за руной, я за руной. Я не могу стоять. Ай, черт. Если руну спиздят.
Что делать? Мне вот дилемма, мне брать шард или не брать шард? Потому что без шарда я ломаю деревья первым. А с шардом не ломаю. Бери, наверное, не знаю. Заплатил денег, сделал хуже. Или, гарпун тоже ломает. Гарпун шлак ебаный на Валоре. Ну ладно, не шлак ебаный, но столько денег. Возьмешь ферстав сразу. Как тебе такой, Илон Маск? Ой, я. Я сейчас тебя регетку украду, понял? Так. Я от топора отказался. Тут три, кстати. Давай иду. Застакаешь тогда этот пока что, пока я шастаю. Этот... Ты можешь наоборот здесь закачать, я там еще раз так. Давай. Так реально удобнее. О, а казнь. Сладкая казнь. Там тоже будет. Я когда стаки казнить очень ты тяжело, сам знаешь. Я с Валорой. Не жалим. Кепка против Сларка. Шмотки, которые ломают деревья, нет. Давайте, Рэй. Я обожаю Валора, нет, надо же лучший герой в доте. Мало того, что самый красивый герой в доте. Еще и настолько геймплейный. Заначку оставлю. Нычка будет крысиная. Зачем вообще арканы придумали, когда есть Леон? По факту. Хамелеон. Или же... Хамелеонтий? Говори вообще чат, а то ребята реально думают, что у меня я ДБшка. Ну ты понял. ДБшка? Да. Я без рапиры пока что, я не могу дазла убивать. Я могу поскаутить чутка. Нужно, чтобы Рики в дазла начал. Начнешь дазла, я начну вакса. Абадон, держите поближе ко мне. Блочить говно? Ноль мана, ноль мана.
Хорошо. И добавить талант на урон. Не знаю, какие защитные предметы брать потом под рапиру. Наверное, ВКБ плюс сатаник. Но я совсем не уверен в сатанике. Сатаник настолько айтем изуродованный. Вдоль и поперек. Более изуродован, чем сатаник. Разве что, не знаю, дазл. На героя предметы сравнивать тяжело. И рапирка практически готова. А, я играл пару раз на Валоре с рапирой ранее. Я не выпускал эти игры, потому что они были, ну, слишком однокалиточными. Там мое участие реально не требовалось. Тут мое участие требуется. Игра однокалиточная, но сами видите. Без меня было бы посложнее, хотя бы чуть-чуть. Этот спот стакается хоть на 58, ему вообще похуй. Я без ульты. И казнил потрясающе. Акс без маны. Отлично. Ваня всегда настолько своя игра в этом плане. Я думаю про трон, он думает про стайки. Я думаю про сайды, он думает про ману. Спешит, видали, спешит, торопится. Ладно, я откровенно спиздить у него пытался. Чё нахуй? Откуда она вообще? Он там? А, он там! Ну да, да, да. Сори, что не дал дососать. Нормально. Но это вообще крысиная крыса. А ты сможешь вот тут мои шмотки поднять? Там мои шмоточки лежат под курьера. А курьера нет. Я скоро вернусь. Ваня вообще похуй, он поможет. Нашел? Поднесешь сюда, плюс? Я куплю себе рапиру. Спасибо. Ульты нет пока что. Тебе нужно за мной куском ходить в идеале. Какое-то время. Отрывалась, сможешь купить, чтобы если я в файт прилетел, то за мной? Еще можем Торментора. Наверное. Двадцать тридцать секунд ульта. Идем пешочком. Видите сюда? Руну на топе я заберу. Я зайду сейчас с рапирой. Хорошо, слой килл для тени. Зайдешь, я ультану? Ноль ману. Тени с орчетом, кстати, кто хотел попросить его сыграть с орчетом. Нихуя он посмотрел и научился. Хорошо. Я без ульты ушел обратно качаться. Я еще без понятия, как дела с активками. Свежий на руны нет. О, это просто руна антифуриона. Антифурион руна.
Хорошо. Теперь не нужно перед первым скиллом ни о чем думать. Вы знаете, талант чисто вот мозг вырубить. Ну, без шуток, у него применений очень много. Кстати, 1500 я не ожидал. Думал, чуть поменьше будет. И гарпун возьму после БКБшки. Такой айтем на мобильность, на ману. Я его отхуесосил, конечно, как следует, но именно потому, что он стоит реально до хрена. Неадекватно много он стоит. Они, кажись, в маке меня ищут, но не уверен. Нет, Сарк был. А, нихуя. А миди тусу. Ебать, ты читаешь их. Я им мини-карту открыл. Цепанешь, если Аксы или Шторма я прилечу? Мое ес. Вас никогда слово изи не выпил, не вызывало вопросов? Там написано ЕСУ. Или слово language, там написано лангуаги, блять. Ёбаный язык. Даже слова, которые я знаю, все равно невозможно понять. Хорошо, Стропанесса уже какой килл? 6-й? Слушайте, он при мне 6 киллов сделал. Ему без меня вообще киллы не достаются. А при нем мне киллы не достаются. Давайте в рэшпит. Я до Сегисом смогу подняться на горку. Поглада с рапирой на бусте. Основная фишка в том, что ты фармишь нереально быстро. И соло килл на любом делаешь через кью. Там башер нужно докупать, сейчас, правда? Сейчас вижу, сломаю. Но мне, как вы видите, похуй. Ну надо, из того, что я понял про этот билдак. Я его не посмотрел ни у кого. Немножко. Попробовал. Ой, красота. Танчается выхера. Абадон, не уходи, сейчас прилечу, Дармент разберем. А, ушел. Ну, давай с тобой пробовать. Блять, мискликнул! Не тот айтем! Вот это ты на яйца. Ты еще убегать стал так поздно? Я хотел этот арбалет. Вот этот хотел. Да куда ты уходишь? Я дам тебе сейчас нейтралку. Остановитесь. Все. Бежит такой скромняга. Ломитесь по топу просто в тупую. Я ультану, как только любой файт начнется. Типа топу нам? Да-да. Мы с Леоном сейчас подойдем. А, Тони ушел, тогда идите по миду. Если Тони не идет к команде, значит команда идет к Тони. Гаражи, блядь, в самом деле. Кусок горы. Ты крипа хексанул, а мне стало страшно.
Я уже почти ультанул у него. Я благо на мини-карте увидел, что никого нет. На мини-карте смотрел. Конечно, все внутри меня, все такое, блядь. Загорелось, замес. Цепляй его, Тони. Вижен. Акс пошел на базу. Лотос возьмешь? Ой, ты же знал, что она так ошибется. Потрясающе. Ни разу даже близок не был к тому, чтобы настрадаться как-то за эту пастропиру. А где враги? Не знаю. Спрятал. Спрятал, я хотел сказать спрятали. Я хотел сказать, я в этом участвовал. Мы слышали, я половину слова сожрал. Жаль, левел 25 не взял. Слишком легкая игра. Была бы она равной, запросто, да. Я его выиграли. Нет. Нахуй бы КБ-то купил. Я ж не нажал его ни разу. Так, видимо, чисто для душевного спокойствия. Фокусник. Блять, это столько уморительно. Я такое впервые вижу. Пожалуйста. Вам спасибо за игру. Я не понял, если честно, что он сказал, потому что я это смеялся, мне нужно чуть не упали. Шторма надо. Не бей, не бей, не бей. Шторма ловим. Челлендж. От Вани. Тини, остановитесь! Похуй, Тини. Ладно, доломает. Ай, не успели. Напоминаю, что в описании ссылка на пусть-контору, также ссылка на мой твич, кому интересно. Огромное спасибо за лайки и мир вам.